что, дорогие друзья, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфудин. Как вы считаете, все-таки к сериалу, к 20-й серии фильма «Между нами девочками», анонс, который я дала сегодня, или все-таки к энергиям Афродиты? Ну, в любом случае, и энергия Афродиты, и сериал «Между нами девочками», 20-ю серию, там с 30-й минуты, и другие отрывки мы с вами будем обсуждать в рамках моей студии, творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. С вами Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин и анонс моей программы.